я немножко отдохну, и ребята сыграют инструментальную песню. Thank you.
Ты сегодня давал концерт на Рок-Москву. Что для тебя этот Рок-Москву? Ну, во-первых, Рок-Москву – это немножко неправильная формулировка названия нашей группы. Она называется Rocket Moscow Band. И сокращенная аббревиатура RMB. Rocket Moscow Band. В принципе, это было сделано для того, чтобы аббревиатура привлекала людей как Rock and Moscow Band, R&B, так и сокращенно для других людей, которые слушают стиль под названием R&B. Ритм блюз. Ну вот. Ну, значит, смотри, сегодня мы зачетнейше отрубили вот в моднейшем клубе «Контакт», точнее, в Доме культуры в Химках. Вот. И сегодняшний концерт, он показывает то, что люди к року неравнодушны. И в плане
того, то, что мы сейчас отрубили зачетнейший концерт. Вот репцию сейчас зачетнейшая херачат на сцене, группа «Прохожий», да, вот, они делают все прикольно, вот сейчас им кричат народ «спасибо», все дела. Так вот, друзья, ходите на рок-концерты. Слушайте рок-музыку не только на своих компьютерах. Ходите на концерты, покупайте мерчендайз, покупайте диски, чтобы музыканты, которых вы любите, они существовали. Покупайте их диски, неважно какие релизы там и всякого. И колбасу! Ну вот, да, в принципе, товарищ вот вклеился, да. Отлично, да. Вот, и на самом деле все бы хорошо, но вот наш рок-н-ролльный товарищ Сережа Троицкий сейчас его дичайше прессуют в Черногории, например. И в завершении своего, скажем так, интервью я могу и хочу сказать. В общем-то, друзья, слушайте песни хорошего музыкального направления, тусуйтесь с ребятами из КТР и всякого позитива вам, например. И, друзья, «Свобода пауку». Послушать
чтобы послушать группу, в принципе, которая не пользуется популярностью у широкого зрителя. Вы в этом уверены? В этом уверены, да, потому что нам интересно новое. Что, да, мы заинтересованы в том, чтобы узнать что-то новое, интересное, то есть для нас. Потому что мы поклонимся всяких разных стилей, и часто это, ну, скажем так, не очень популярная группа, да. Не вписывающаяся в общий, как бы, такой... в общий тон, как бы, да, такого, да, увлечения молодежи, да. Большинство, поэтому... Мы поэтому решили изучить и прийти послушать, как играют музыканты, которые, в принципе, заняты, увлечены своим делом, главное, и для них это самое главное, что это удовольствие, да, для них. Да. Понимаете, да? То есть это все время дело, что занимаются своим хобби. Это самое главное, потому что не главное же, как бы, ну, зарабатывание денег. Главное, это музыкальная подоплёва происходящего. Ты как гитарист, ты участвовал сегодня в «Рок Москву». Что для тебя вот это выступление? Что оно значит? Твой рюкзак. Привет, ребят. Сегодня мы отыграли в ДК в городе Щуки с нашей группой «Moscow Rocket Band». У нас в программе лучшие кавера, Дисси, Рэнбоу и много других.
Сегодня прошло все отлично. Отлично. Всем все понравилось. И я считаю, что как бы мы доносим вот эту вот старую музыку до людей. Кто-то знает, кто-то не знает, да. Но самое главное, что мы пытаемся передать вот эту энергию, драйв вот этого старого доброго рок-н-ролла. То, что сейчас мало где это есть, ни в телеке, ни по радио этого нет. То есть мы стараемся вот донести вот этот дух и энергию на живого рок-н-ролла, хард-рока, который был в 80-е и прочее. Вот для этого мы и работаем, играем. И приходите на наши концерты, и все будет классно. Мы будем для вас играть. Лев, а все-таки, ты играешь на гитаре в стиле чистого рока. Но тебе рок что значит? Это чисто твоя душа или это чисто твой концертный вид? Не, ну это в любом случае мой любимый стиль, с которого я начинал. То есть с хард-рок 70-х, 80-х, все, что я слушал. И стараюсь подражать до сих пор. Поэтому. Но это моя любимая музыка, мой любимый стиль. Ладно, Лео, спасибо. Удачи тебе в твоих начинаниях, в твоих продолжениях, в твоей музыке. И чтобы твое сердце всегда лежало на твоей гитаре. Спасибо. Все, удачи тебе, спасибо. Лео. Спасибо. Вот как. Все нормально! Не наша история, голубоватая какая-то. Вся. Сергей Crazy Frog. На гитаре поет сегодня для вас Дмитрий Невиноват Медведев. Бас, гитара, вокал. Владимир Путин. Типа того, Владимир Маков. Сейчас у нас водопой легкий такой. Верблюды устали. А есть алкогольный человек, Михалыч? Нет. Блин. Вот за Михалыч у вас такой. Блин. Неправильный Михалыч у нас. Нет, Михалыч у нас правильный. Михалыч у нас свой. Просто главный байкер Москвы. Почти что. Друзья, теперь хотелось бы исполнить композицию, которую мы практически еще ни разу не исполняли. В общем, слава русскому боевому духу! И вещь называется «Евпатий Калавра». Слова простые, поем вместе с нами! Thank you.
Ребят, привет! Кстати, перед нами сейчас группа «Прохожие». И как самый красивый человек, это их техдиректор, главный продюсер. Кстати, как вас зовут? Яна. Настолько засмущалась, потому что она всегда за кадром, никто ее не знает. Все знают только вот эти четыре лица, особенно вот... С этим главным лицом, как помощник барабанщика, главный гитарист, соло-гитарист и главный бас-гитарист. Я не ошибся? Все в одном. Все. Ребят, вы сегодня участвовали в Rock of Moscow в городе Химки. Что для вас вот сегодняшнее выступление, сегодняшний концерт, что оно для вас значит? Что берет слово? Я думал, Максим. Это Мика. Ну не все же за вас отдуваться. Да. Я думаю, что, как и любое выступление, это выступление для нас является негативным. Потому что самое главное – это публика. Да. Мы первый раз выступили в этом славном городе, Химки. И нас очень хорошо встретили. Я думаю, что и надеюсь, что это не последний наш концерт в этом городе. Было очень здорово. Да, новый клуб, новые знакомства. Металл. Ну, понятно, вам всем город Химки понравилось, но хотелось бы узнать мнение всего у двух человек. У самого главного человека. Скажи что-нибудь. Максим, скажи, что круто. Металл. Вот, металл, круто. Яна, ваше мнение. Что вы ожидали от сегодняшнего выступления и что вы получили от сегодняшнего выступления? Я получила глубочайшее удовлетворение. Ребята молодцы. Ребята просто отыграли шикарно. На мой взгляд. На мой предвзятый взгляд, но все-таки. Сегодня это было круто. Это было мощно. Это было угарно. Это было трэшево. Это было... Это был... Металл! Фига себе! Поаплодируй, давайте.
Ребят, ребят, я, смотря сегодня ваше выступление, я, не обижайтесь, если я был неправ, я выделил для себя лидера. И пусть сегодняшний лидер скажет что-нибудь на камеру, что он думает. Про все это сегодня. Друзья, любите музыку, любите своих родных и близких. И главное, друзья. Все, спасибо господам прохожим, спасибо главным людям вашей команды. Ладно, что там вашей? Нашей государственной команды. Раз, гитара, два, барабан, три, самый главный человек. Дальше гитара и супер-пупер продюсер команды прохожих. Ребят, спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Удачи вам, спасибо, во всем, во всем, во всем. Химки, приглашайте нас еще. Пока-пока.